зрение. Расскажи, пожалуйста, как можно услышать. Ух. История группы «Зрение» находится в Великосайском музыкальном училище, когда я там учился. Это было немало лет уже тому, наверное, около 10. И да, я видел это как большую какую-то историю, вывеску со своей какой-то отдельной жизнью. А потом появилась авторская песня, Грушинский фестиваль, кусты, гитара, вот голос. Я поехал один больше играть. И я сейчас вот я чувствую, что мне не надо, мне вот зрение не надо. Роман Филиппов с друзьями в любом количестве, там, не знаю, джазовый оркестр, негритянки, или просто там будет кто-то на перкуссии стучать. То есть, неважно, все равно как-то вот Роман Филиппов стал, мне сейчас с этим вот легко жить. Зрение не понимаю, вот просто реально не понимаю, не будет, скорее всего. Существуют какие-то где-то записи по сети, ходят они разные, там, разных лет, там, давности такой. Саксофоны, скрипки, эксперименты. Не вижу сейчас этого, совершенно никак не вижу. Записываться буду с разными музыкантами, с какими-то вот приглашенными, но вряд ли это будет даже вот проектом каким-то вот концертным, скорее это будут такие музыкальные какие-то экспириенсы, такие вот находки. А Сережа Вячеслав? Да, играем с Сережей Вячеславовым, так, но в меньшей степени, то есть тоже вот у нас с ним концерт, но мы сыграли вчера чуть-чуть, так чуть-чуть, и последний концерт у нас был весной где-то в Твери. И все, и мы так вот сейчас вот в год играем два концерта, получается. И мне в этом тоже хорошо как-то. Но он есть, я его люблю. Он сейчас играет с Юлией Тузовой, сошелся. И это очень интересно. О, а кстати, а вдруг вы не знаете, кто такая Юлия Тузова? Давайте я вам покажу одну. Снежики ехали медленно, зимушки, веснушки, целое лето. Весело, грустно, кому до нас дело-то, долго ли, коротко, не были где-то. Кто-то помолится, кто-то помоется чистой водой, или небо слезами. Все образумится, все успокоится, что-то останется нашим глазам. И будет парить птица в белом агате, откроется дверь, и со скрипом закроется душу в окно, ее ночь прокатит по беспредельностям жизни ее. Весело тронет кровавым узором солнце заката, залив все небо. Но жить захочется, запоют хором песню нехитрую, звезды из неба. Парки сплетут нити наши недолгие, все бы в один клубок наше спасение. Все люди тонкие, все люди стойкие, будем одним Богом благословенны. И будет парить птица в белом агате, откроется дверь, и со скрипом закроется душу в окно, ее ночь прокатит по беспредельностям жизни ее. Дорогая Юлия Тузова, если вы...